Не-не-не, я стол под Лулу может разогнаться. А, ты нубас? Ну все, проиграли, значит. Рома, ты видел видео, как Йон везет Ясу на инвалидной коляске? Да, я видел, по-моему. Давно еще. Он за кого? Сигара Крот? Он, по-моему, на Атроксе. Не сижу в группах ВК. Ну, не слежу за подобной информацией. А Патион на боте? Или нет? Не, Пантеон и Мидо. Ну такое. Полный отстой. Атрокс, ты алмаз? Ответь, Атрокс. Уолли просто стоит на алмазов. На людей из алмаза. Особенно если это еще Ясуо из алмаза, это вообще, не знаю, кровь из носа.
Girl, you know you got me with your pistol, shot me. And I'm here helplessly, in love and nothing can't stop me. You can't stop me once I started, can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it, so let's be about it. No, don't fuck with my heart. Baby, have some trusting, when I come with lustin', cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want your body, I want your mind too. Interesting is when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! Once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need you. Да блин, я подставился. Не хватило мне дэмиджа закрыть ее подвышку. Она попала еще этой кушкой. Как старается Артём на Ясу. Опасно. Жесть, мне шокнуло там. Блин, капец, вот урон Пантеона, кстати. Вот и урон Пантеона. Охренеть просто. 0-2 Ясу в миду. Ой, Ясу. Изрель в миду. Ты стараешься, но мидер не старается, и там Пантеон расфиделся, капец как. Очень много дэмэджа, мы никак не выживали на боте, вообще никак. Просто разнесло нас там от дэмэджа Пантеона. Слишком расфижен он. У него очень много урона на начальной стадии игры у Пантеона.
А. Я что-то завтыкал. Я не должен был сейчас умереть там. Там Рената киллы фармит. А, посмотри, посмотри, что они выкачивают. Они все выкачивают леталити. Рената выкачивает зазубренный кил. Все. Они все четверо в пати, походу. Они сговорились. Сговорились выкачивать один и тот же предмет. Леталити все будут. Ну, через смертоносность билд. Походу, реально все четверо в пати. Давай до конца. Я лучший. Ой, спасибо. Я говорю, все Артемы, они какие-то, не знаю, какие-то очень куражные, сильные. То в прошлой катке против меня попался какой-то прям ультрасильный реник там. В этой катке ты на Ясу. Sprechen Sie Deutsch.
Слишком много дэмэджа, это невозможно пережить. Поломанный герой. Девять три, кстати, Пантеон. Это как вообще сейчас было? Разве ульта Киндры не работает только тогда, когда Киндра в этой области? То есть, если Киндра покидает эту область, то ульта должна заканчивать свое действие, нет? Это не так должно работать? Что-то странное сейчас было с ультой Киндры. Либо я неправильно понял, как ульта работает. Типа Брайер ее вытолкнула Ешка из ульты, и при этом типа ульта не закончила действие свое. Типа ульта осталась с Киндры, и в этой ульте как бы Брайер спокойно бегала. Странно, короче, не знаю. По-моему, это не так должно работать. Нет, нет, не подходи, зачем ты подошел, Артем, зачем? Надо было просто уйти оттуда, она бы умерла. Блин, зачем ты подошел? Ты еще флешнулся там, нет? Нет, ты не флешнулся. Блин, зачем ты развернулся? Мы почти выиграли этот размен. Тебе надо было просто отойти после того, как дал последнюю кошку по Брайер. Por favor. This recording is volume 3 in the series of unintended indiscretions before microphone and camera.
Уф. Уф. Блин, слишком много экшена. Слишком много экшена. Я бегу, можно развороте, кстати. Все у тебя получается. Брысь отсюда, блин, паскуда, ты чё в нём туешь? Жаль. Жаль, сейчас пантеон всех там бьет. Или нет, или да. Или нет, или да. Ну, почти. Блин, морда в меня утонула, это неожиданно было. Ух ты, у меня даже получилось. Я ж говорил, да никто и не сомневался. Спасибо Артему за катку. Пришло в очередь Оле со мной поиграть.